ну, шум, чего там. Понятно, что была раньше экологически чистая зона, как говорится, сейчас уже такого не будет, как раньше. Ну, насчет дорогу, что ли, пипец дорогам, такие грузовые. Вот, с одной стороны, очень даже удобно вот тем, кто вот ищет работу. Пока видим плюсы, что рабочие места некоторые появились. Уже поступили там нормально и хорошо зарабатывают. Мне конкретики не знаю, не меньше 50, это ясно.